В Махачкале на территории стадиона имени Есенбаевой прошла спартакиада по легкой атлетике среди 7 команд представителей территориальных органов МЧС России Северокавказского федерального округа. Открывая мероприятие, заместитель начальника ГУ МЧС региона по государственной пожарной службе Сабир Махмудов поприветствовал участников, пожелав им удачи и честной победы. Всем участникам хочу пожелать успехов, удачи, достижения больших высот в спорте. И чтобы сегодня победил сильнейший. Всем удачи! Участникам предстояло преодолеть дистанции на 3000 метров для мужчин и 1000 для женщин. Отметим, что соревнования проходили в дружеской атмосфере. Представители МЧС из разных субъектов показали высокий уровень физической подготовки и упорную борьбу за победу. По итогам соревнований в возрастных группах мужчин от 18 до 30 лет и от 31 до 40 победу одержал Ставропольский край, от 41 года – Карачаево-Черкесия. Золото же в женских категориях и смешанной эстафете принадлежит представителям из Дагестана. В завершении спартакиады состоялось торжественное награждение. Победители получили кубки, дипломы и ценные подарки от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан.